А Юсуф, твой следующий соперник Тан Ли. Смотрел ли ты его бои? Его знают многие по выступлениям в ТАФ, как хорошего ударника. Да, я смотрел его бои. Крайне неприятный стиль у него. Очень подвижный на ногах. Тяжело будет его свалить. Но я попробую навязать свою работу. То есть будешь бороться? Бороться обязательно. С ударником нельзя пытаться его перебить. Его можно только обмануть ударом и перевести. Так умный боец, я не думаю, что он будет рубиться с ударником. А ты на хорошем счету в организации One Championship. И планируешь ли ты двигаться к титулу? После этого боя просить, может быть, титульный шанс? Насколько я знаю, я третий в рейтинге One Championship. Здесь я выступаю в весовой категории выше, так как в моем весе не нашлось ни соперника на до Рамадана, а мне нужно было подраться до Рамадана, долгий перерыв. И, ну, я думаю, после этого боя мне дадут еще одного из моего дивизиона, топа, и потом, если я его выиграю, то за титул. В России у тебя были хорошие выступления, в том числе с Томашем Деком. Планируешь ли ты возвращение в российские промоушены, допустим, в ICA, который набирает обороты с каждым годом, либо ты планируешь дальнейшее выступление именно в One? Если будет интересное предложение, я... Готов рассмотреть, да? One разрешает мне драться и в других организациях тоже. Естественно, уровнем не ниже, чем One. Ты активно ведешь тренерскую деятельность. Не мешает ли тебе это в подготовке к своим боям? Ближе к бою я уменьшаю нагрузку тренерской работы. Я привожу ассистентов, я просто даю задание, и ассистент уже следит за всей работой. И я больше переключаюсь на себя. Собираешь ли ты на сборы, может быть, ближе к бою куда-то поехать? Да, мы собираемся на акклиматизацию. Так как бой в Джакарте, это Индонезия, мы поедем на Бали. Там есть Бали ММА, зал моего друга, зал это. И мы будем акклиматизироваться там. Клуб единоборств и кроссфита на Павелецкой. Все тренеры, мастера спорта. Кроссфит. Бокс. Стрейчинг. Смешанные единоборства ММА. Тайский бокс. Вольная борьба и грэпплинг. Бразильское джиу-джитсу, женские и детские группы, массаж, сауна, бесплатная парковка. И это все в твоем абонементе. Будь в команде.